Привет, друзья! Вы на канале GameZone. Начнем играть? Мы продолжаем играть в Angry Birds нашими птичками. Миша, ты за кого сегодня будешь играть? За Чапка? За Чапка будешь играть? Ура! И как мы напомним, мы сражаемся против принца Салу и его волшебника. В прошлый раз они сбежали от нас на другой остров, но наш друг Бомба прикатил на своем корабле, чтобы помочь нам перебраться туда. И мы достанем наше еще одно яйцо. Вот видите, здесь у нас уже одно яйцо появилось. Мы уже одного яйца спасли. Да? Миша, помнишь, как мы спасали наше яйцо? Надеюсь, вы тоже помните. Заранее хочу спасибо всем сказать, кто ставит лайки и подписывается на канал. Мы всегда это ценим. Спасибо, спасибо вам. Итак, мы продолжаем играть. Я играю тогда за нашего красного рыцаря. А ты за Чака Мака, да? Посмотрим, что нас ждет впереди. Итак, мы начинаем. Вот наши герои. Давайте посмотрим, кто против нас будет сражаться. Миша, думаешь, кто против нас будет сражаться? Вот наши птички. Это пираты. Смотри, Чак, это пираты. Они могут нас грабить с помощью своих рыбьих палок. И у них помогает приятели пиратов. У пиратов есть приятели, Мишка, смотри, это пираты. И их приятели. Давай посмотрим, что наш Чак сможет сделать с ними. Ровно кладовочно. Чак, смотри, какой ты наколдовал молнию классно. Давай попробуем я ударить его. Как красный паладин, я атакую самого главного пирата. Он выживает. И наша помощница Матильда нам помогает. Помнишь, она нас может лечить? Еще у нее всякие иммунитеты. Ух ты! А давай попробуем дадим Чаку наш волшебный перец. Что будет, Миша? Да, большие-большие молнии будет у Чака, и он заряжает нас энергией, и мы нападаем на этих свинок и побеждаем. Вот какие мы молодцы, Чак. Молодец? Чак, ты молодец? Смотри, какая свинка. Мы победили. Интересно, что нам на свинке? Давай покрутим барабан. И свинка нам дала виноград. Мастерис виноград. Морская ягода. Как похож на виноград. Я бы съел. А ты бы съел такой? Да. Да? Тебе тоже понравился такой виноград? И сейчас мы, наверное, освободим нашего друга Бомбу. Будем освобождать нашего друга Бомбу? Да. Да? Вот он, наш друг Бомба. Мы его освободили. Бух! Какой большой взрыв сделал наш друг Бомба. Видишь его? Смотри, он к нам присоединился. А, еще пираты, еще много пиратов. Этот пират был с большим рулем. Что нужно делать? Они украли наш руль. Нужно срочно догонять этого большого пирата. И у нас есть бомба. Бух, который делает бух. Тебе нравится, когда делаем бух? Да, Миша? Да, пойдем смотреть. Пойдем пирату смотреть. Побежали. И давай, Чак, давай отберем наш руль у пирата. Давай. Давай. Вот они, пираты. Нужно срочно достать наш руль. Да, они нас бьют. Но мы не так просты, Чак. Смотри, ты можешь забивать молнии. А я могу бить больших пиратов и маленьких. И наша Матильда, подруга, нам помогает. Но у них иммунитет, этот пират с большим моноклем. Или это труба? Это труба или монокль, Миша? Да. Что это у него? Пух. Труба? Пух! Давай сделаем пух, Чак. Ты Чак или Миша? Да. Да, ты Миша Чак. Чак Миша. Прям как Чак Норрис. Да. Чак Миша. Я буду тебя звать Чак Миша. Бух. Давай сделаем пух. Какие мы молодцы. Мы нападаем так смело. Мы прям команда. Да? И что? Мы победили пирата? Окей! Да, мы победили пирата, заработали целых 3 звезды. И нам дали семечек погрызть. На, погрызи. Не хочет грызть семечки. Он, наверное, не птичка. Да. Он свинка? Да. А птички едят семечки. То есть это для нас семечки были? Нет? Я скажу, пух, я
Ух! И чё? Где наш? Он опять забрал наш руль. А как он так быстро бегает? Я тоже так хочу научиться бегать. Как он быстро убежал на самый верх к нам. Давай его преследовать. Быстрее. Побежали, Чак, Миша. Ура! Мы сейчас отберем наконец-то наш руль для нашего корабля. Да, мы отберем и достанем наши остальные яйца и спасем. Да. Давай, Чак, Миша, нападай. Нападай на них. И мы заново пытаемся отобрать наш большой руль от нашего корабля. Давай, Миша, Чак, Миша, нападай на них. Быстрее, мы должны победить этих свина. Мы должны поплыть за нашими сокровищами. И эта свинка опять на нас нападает, но мы не так просты. Давай я его... Наш Чак Миша опять смело нападает в бой. Давай, Чак Миша, я его подготовлю для тебя. И наша Матильда справляется с этой свинкой. И мы наконец-то заберем свой руль от нашего корабля, чтобы доплыть до нашего острова, где нас ждут большие приключения. Да, Миша? Давай посмотрим, что нас ждет впереди. Нет, опять этот пират угнал от нас руль. Куда он спрятался? В какую-то пещеру с сундуком. Побыстрее бы нам добраться до него и забрать наш руль. А еще у него есть сундук, наверное, настоящий пиратский сундук. А что в пиратском сундуке, Миша? Конфеты? Да. Да, я тоже думаю, что там конфеты. Давай, Чак, Миша. Нападай на этих пиратов. Нужно быстрее забрать у них наши рули, наши конфеты. Тебе какие больше конфеты нравятся? С перцем? Или красные? Красные тебе больше нравятся? Мне тоже больше нравятся красные, чем с перцем. Давай попробуем красную эту конфету. Давай, Чак, Миша, заряжи нас своих молний. Мы сможем победить их, да? Мы сможем победить их, свина? Да. Да. И мы найдем наше сокровище. Да, Чак, Миша? Смотри, мы поймали их. Чак, Миша, ты пошел за сокровищами? Быстрее, нам нужно их достать. Быстрее, друг мой. Я пока обезоружу этого главного нашего врага. Посмотрим, что у нас в сундуке. Какие-то вкуснятины. Давай быстрее. Мы наконец-то настигли его в его пещере. Мы сможем достать наше сокровище и наш руль. Вот он. Вот он наш противник. Давай, я начну его атаковать. Отдай нам руль. Мы не сможем уплыть без него. Быстрее, Чак, Миша. Свои молнии примени на них. И эти свинки бьют нас рыбой и костылем. А у главного большая труба. Вперед! Я знаю, мы сможем победить их. Какие они сильные. Давай, Чак, Миша, ты сможешь их победить. Да, Миша? Все, ты пока занимайся тогда сокровищами. Мама, тут еще сокровища, да, там еще сокровища. Вперед, Чак, Миша, мы сможем их найти. Вперед, мы сможем их победить. Вперед, наша удаль не знает границ. Вперед, Чак, Миша, молодец, ты сделал это, молодец. Мы наконец-то смогли победить этого злостного героя. И он отдаст нам наш руль. А что еще мы можем найти на нашем корабле интересно вкусного? Мы, наверное, сможем уплыть в теплые страны. И нам дадут много бананов.
Да, мы выиграли наш руль, вот он! Наконец-то мы смогли победить его и уплыть. Ура! Наш корабль построен. Принц Сало, ты недалеко убежишь от нас. Вперед, у нас есть птичий корабль. Ура! Надо еще отвоевать его у этих злостных преступников. И это опять пираты, но не простые. Это же пират с арбалетом, он бывалый. Миша нам действительно погружает опасность. Давай посмотрим, что это за пират. Это кок. Я думаю, он может приготовить что-нибудь вкусненькое. А это корабельный призрак. Он может испугать. Еще он воскрешается после двух ходов. Интересно. Чак, Миша, давай попробуй ударить своими молниями. Молодец. У тебя отлично это получается. Молодец. Мы сможем их победить. Но они такие сильные. Кок лечит своих привидений. Интересно, привидения можно вылечить? Очень интересно. Чак, Миша, ты молодец. Твои молнии бьют без промаха. Мои молоточки тоже. Надеюсь, Матильда нам поможет. Давай, Чак, Миша, скушай этот большой красный перец и покажи всю свою силу магии. Ты же великий волшебник, ты сможешь помочь нам выиграть. Ура, ура, Чак, Миша, молодец. Как мы быстро их победили, этих злостных преступников. Интересно, что они делали на нашем корабле? Наверное, готовили что-то вкусненькое. Это у них был кок. Привидения действительно страшные. А еще они заново появляются. Вперед! Вперед, Чак, Миша! Мы сможем на своем корабле приплыть, блин. Ты уже посмотрел? И что там было на нашем кораблике? Давай посмотрим. Мы приплыли практически на другой остров. Нас отделяет лишь один шаг. Это же злостный пират. Давай я попробую его атаковать. Какой он сильный. Даже мои молоточки не могут его пробить. Но Матильда нам помогла со своей большой ложкой меда. Их еще стало больше. Вперед, Чак, Миша. Ты сможешь их победить. Вперед! Вперед, Матильда! Я тоже помогу своими молоточками. Какой большой страшный пират с этим арбалетом. Он настоящий бивалый. Быстрее, Миша, спрячься. Спрячься, пока они нас не нашли. Какой действительно страшный пират. Сразу же видно, он посетил много-много морей. Он сильно нас бьет. Без пощады. Вперед! Вперед, Матильда! Мы сможем их победить! Теперь, Чак, Миша, остались самые сильные враги. Выходи! Давай найдем их. Давай посмотрим, Чак, Миша, кто это? Это большой пират! Просто огромный, у него есть оглушающий удар. Вперед, Чак, Миша, давай попробуем этот красный перец. Попробуем победить этого большого пирата. Вперед, покажи нам силу своих молний. Какой ты сильный. Но большой пират не так прост. Он не хочет сдаваться, у него есть большой крюк. Давай попробуем сделать его слабее. Но не тут-то было. Какая-то магия защищает этого пирата. Он что-то задумал. Он что-то задумал. Как ты думаешь, он взорвется? Не знаю, даже не знаю. Нам нужно быстрее его побеждать. Матильда, попробуй ты. Нет, у него все равно есть иммунитет. Он очень силен. Не знаю, сможем ли мы его победить.
Чак, Миша, попробуй еще раз своими молниями его. И все равно он не пробивается. Матильда, и ты попробуй. Настоящий сильный пират, большой. Что же он будет делать? Огромные волны захлестнули нас. Но у меня есть волшебный перец. Я думаю, я смогу победить с помощью него. Ура! Ура! Большой пират ушел. Мы сможем теперь занять наш корабль. Ура! Это было великолепно. Мы опять заработали 3 звезды. И мы смотрим в нашу подзорную трубу. И мы видим птичек с яйцами. И мы почти догнали принца Сала. Нам нужно быстрее. Наш друг нам поможет. Да, он открывает для нас ворота. Ура, друзья! Мы наконец-то придем к нашему другу. Он нам поможет. Это большая красная птица. У него есть огромный корабль. Ура! Ура! Фейерверки! И у нас появился даже 6-й уровень. И птичья арена. Ура, друзья! В следующий раз мы обязательно посетим все новые места. Спасибо вам. Спасибо за просмотр. Вы были на канале Game Zone. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать дальнейшие серии. Подписаться можно здесь. Всем спасибо. Пока-пока.